Детонатор. Живлення. Є картинка. Готовий. Все, я полетів. Что обсуждаете? То, что скажете или спросите. Ну, я вот про новости общаюсь. Вот это последняя новость про нападение на Белгород. Слышали, да? Ну, так, скажем, очень поверхностно. Вчера слышал, что Буданов заявил, что в высших эшелонах военных, типа, все это, тут есть какой-то предатель, и русским все сдал, поэтому операция провалилась. Не слышали такой новости? А впервые слышу. Просто, ну как, есть слова, ну вот эти бла-бла-бла, а есть факты. Не, ну вот заявление Буданова, то есть он, видимо, как бы участвовал, ну или был впервые главным в создании этой операции. Впервые слышу, так сказать, что там он имел в виду, зачем он это говорит, есть ли под этим какая-то фактология. Сказать, ну типа провалились, это, операция пока провалилась, видимо, чтобы не быть виноватым, решил вот так отмазаться. Я понимаю, что если бы действительно были бы готовы к этому, то вот они заходят, их всех берут, окружают, показывают это на видео, берут в плен, уничтожают и так далее. Вот это я понимаю, подготовка к тому, что готовились к тому, что они зайдут. Пока, так сказать, я этого не увидел, хотя, может быть, я просто недостаточно хорошо эту тему знаю. Слушайте, а как вы думаете, вообще вот это зачем, вот цель? Ну, явно же ничего не захватят таким количеством людей, там несколько сотен было. То есть, ну, какой смысл вообще? Я не знаю, какой смысл в этом. Ну, этому РДК, вот этим вот, так сказать, русским добровольцам надо что-то делать, как-то показывать себя. Ну, таким образом, наверное, себя показывать. Пиар, короче, да? Что-что? Пиар. Такой, да, там пиар составляющая, я так понимаю, очень большая. Я понял. Ладно, может, у вас ко мне вопрос какой-то? Нет, ничего нету. Могу только еще добавить, что очевидно, ну тут может быть еще два момента в этом. Первый момент — это, ну, такой более очевидный, что Российской Федерации придется какие-то силы, части военных держать постоянно теперь уже в Белгородской, Курской, еще там какой-нибудь области. То есть такое вот распыление и отвлечение сил. А я еще вижу здесь, конечно же, ну это чисто моя точка зрения, это попытка спровоцировать Путина на то, чтобы начать наступление, например, на Харьков, на Сумы, на Чернигов, ну что-то в таком духе. И на этом, конечно же, подловить российские силы, чтобы они ударили по подготовленной обороне. И опять, так сказать, вот чтобы, ну опять как бы повторить успех обороны северного направления, как это было в 22-м году. Угу. Ну да, согласен, есть смысл в этом. Я уже не говорю о том, что, так сказать, внедряются разные еще вот эти псошные штуки, что Харьков — это русский город, что там много населения ждет русские войска, освободители и так далее. Я это очень часто слышу в чат-рулетке. С собеседниками, когда я говорю, что я харьковчанин, мне говорят: ну конечно же, ну Харьков — русский город. Там население ждет русские войска. Я понимаю, что это внедряется, и это опять же таки тоже работает на попытку заманить российские войска, чтобы массированно попробовали теперь уже наступать на харьковском направлении. А вы из Харькова, да? Да. Ну, сейчас я не в Харькове нахожусь, но тоже на территории Украины, это долго рассказывать. А так вообще все это время я был в Харькове только несколько месяцев, как я сейчас не в Харькове нахожусь.
Я понял. А вы знаете, вот, не знаю, земляк, не земляк ваш, у него канал тоже чат-рулетки, ведь... Ну, Знаете, так? впервые слышу. Я просто недавно на YouTube ролики его видел. Ну, он утверждает, что он с Харькова. Но у него контент такой очень, как это сказать, можно сказать, пророссийский. Поэтому я усомнился, что он в Харькове. Но он по-украински там все общается. То есть у него язык украинский, я так понял, там хороший. Вот. Ну, Ну, вот хорошо. набери... А какие, скажем так, месседжи, какие нарративы он продвигает? Что он, ну вот что... Он такой... Речь такая, то есть он так. А нарратив такой продвигает, что типа русские, они не напали, а они освобождают. Американцы оккупировали Украину, всех нас тут пускают на убой, а русские освобождают нас от американцев. Вот Поэтому я я и же говорю, что вот говорю, у него... вот я вижу тоже в этом приглашение российской армии попробовать опять еще, так сказать, атаковать Харьков. Опять Ну, хотят просто он... повторить, Я как это, вспомнил, потому можем что он с Харькова повторить, тоже. можем повторить, так сказать, вполне, так сказать, Ну, мне допускаю. кажется, силы не те уже, как тогда были, правда? Конечно. Да даже вообще даже Хуже подготовленной намного. обороны не было. Что Нет, я имею в тогда? виду с вашей Были какие-то стороны оборонительные? силы как бы меньше намного. Вы так думаете? Ну, не буду спорить, так сказать, а то я могу поломать всю, так сказать, игру нашего. Ну хорошо, может быть, они и те же, но с точки зрения даже подготовки бойцов. У вас тогда было намного более опытных и подготовленных, чем сейчас. Сейчас много же у вас новобранцев, да, без опыта, без обучения фактически. Ну и с вооружением, наверное, тоже не так хорошо, как раньше. Вы знаете, я же говорю, не буду Нет? спорить, потому что, видите, ту, так сказать, партию, комбинацию, которую выстраивают, а я ее, так сказать, тут буду сейчас, ломать и опровергать. Да не, ну это мы же мнениями обменимся. Я просто это, парируя на вашу реплику, можем повторить. Вот я как бы Ну, я же говорю, усомнился, что вы что можете это вы сможете повторить, повторить. и мы можем повторить. Ну, А, по мы... крайней мере, рассчитываем на это. Ну, опять-таки... Мы сейчас рассказываем про то, что очень тяжело предвидеть. То есть результаты, если вдруг будет попытка нового наступления на Харьков или на Сумы, в Сумской области где-то там прорваться, то это же, ну как бы, мы можем чисто теоретически сейчас рассуждать. Мы представить себе не могли, что вот так пойдет боевые действия в Харькове, под Харьковом, в Харьковской области, под Киевом, в Киевской области и так далее. Я представить себе в первый момент войны, когда я увидел разрывы, так сказать, и зарево, взрывы и зарево на горизонте, я понял, что началась война. И стекла дрожали у меня в доме. В частном доме на северной окраине города Харьков. Я представить себе не мог, что так пойдут боевые действия. Никто не мог. Ну Ну, вот кто-то мог, видите, но ну вот из видите, простых людей ну вот явно никто не видите, мог. ну вот видите. И дальше мы сейчас можем что-то себе представлять одно. А что-то, Не, я а согласен. может быть не удастся вот эта вот хитрая игра украинской стороны, и Российская Федерация так и не совершит нападение на Харьков. Мне кажется, для того, чтобы напасть на Харьков, нужна очень большая группировка, которой просто нет. Поэтому никто не будет на Харьков нападать. Нету сил таких. Ну вот, а вас опять пытаются заманить. Ну, теми силами, которые бы есть, или пусть попробуют, и так далее. Ну, чисто с точки зрения там какого-то минимальной логики, заманивать-то некого. Ну, нет таких сил, не сосредоточены такие силы, чтобы брать такой крупный город. Это вообще там, я не знаю, сколько нужно, миллион, наверное, людей нужно, чтобы такой крупный город брать. А его нет. Поэтому кого заманивать, если Так нет? поэтому же Ладно бы этот говорят, миллион что стоял,
Тогда бы я бы еще понял бы, вот миллион стоит, надо его заманить. Так его, он не стоит, его нет. Ну, я же говорю, тогда, значит, так сказать, как это, безуспешные попытки спровоцировать Российскую Федерацию. Ну, видимо, да. Ладно, побегу, спасибо вам, удачи. Поэтому вот ваша армия и не может вести такие быстрые, эффективные, глубокая операция сейчас вам не под силам, по крайней мере, пока. Это да. Много людей надо очень. Много людей. А нам надо много дронов.